Не хватает монет на сильную команду? Не беда. Покупай монеты у крабов. Краба.ру. Низкие цены и высокое качество. Ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Макс Брандт, и это Горе Олап с Юлианом Брандтом. Такая осталась команда 4 дни информа не тот. Честно, вот если в этом выпуске, то есть за эти два матча Брандт не забьет хотя бы там 3 гола, за два матча, то все, заканчиваем, потому что, ну, уже неинтересно, уже выжимать из этого режима что-то не так здорово, потому что прошлый матч, он забил только с 3 пасов Обумоянга, которые вообще были пустые ворота, это ни мне не интересно, ни вам не интересно, ни вообще никому. А раз это никому не нужно, то зачем это делать? Если он сейчас будет играть хорошо и прям вот как в лучшие годы, то мы попробуем завершить, если нет, то нет. От сегодняшней игры Юлиана зависит дальнейшая судьба этого режим. Соперник Стан СМ, скелет 4. Во! Ха. Хорошо, да, у него есть форма, которая есть у меня. Вот это гибридик. Гибридик такой хорошенький. Есть сильные игроки. Даже рыженькие, которые на самом деле черные. Руни, Старич, Думбия. Вот такая вот семья. Ой-ой, красота! Красота, красота! Чисто честно. Ой, а вот тут тоже, ладно, в мяч вначале. Думбия! Ой-ой-ой, как же Нойер пропустил свои руки. Блин, ребят, как вот так ударить, чтобы он забил? О, пенальти! Да, да, пенальти я вообще не хотел, но там как-то все само получилось. У Брандта есть шанс забить гол. Ну что ж, это хорошо. Это хорошо. Его все-таки EA Sports спасает. Манданда такая у нас стоит. Как обычно. Да. Да-да-да, без вариантов. Вратарь стоит, но гол-то забивается, потому что выше вратаря идет мяч. Все нормально. Я местный пацан. И я себя по-пацански веду. Круни. Уэйн Руни. Вот это очень круто на самом деле. Ох, Нойер молодец. Руни шикарно, шикарно разыграл. Не повезло немножко. Давай, уходи. Ой, пенальти. Не, сейчас не пенальти, сейчас мяч. Отнимают. Ой-ой-ой, Стариджочка. Фух, старец же помешали, это хорошо. А, я на это и шел. Вот честно. Еще сейчас красную карточку получит. Я реально я и шел на этот фол. Специально, потому что я думал, блин, Обумоянг, нафига ты туда идешь? Ой, ребята. Сейчас по центру бить не буду, потому что он уже, я так понимаю, руки поднимет. Вот, ну слушайте, а работает мое. Мое условие. Сейчас меня. Ну, ё-моё. Брать. О! Еще пенальти. Ой, вот это очень интересный момент. Брандт, по-моему, первый свой пенальти за всю историю не забил. Маячок. То, что нужно завязывать. Сейчас еще нам забьют. Нет, не позволит. Ну же, давай. Ну что такое-то? Ну давай. Исход матча 1-1. Ну ладно, один гол забил Брандт. Дадим ему еще шанс в следующей игре забить 2, хотя у него был еще шанс. В любом случае, если сейчас в следующей игре он 2 не забьет, то мы заканчиваем этот режим. Ну что ж, мы сменили Вентта на Алабу, и у нас осталось 4 просто золотых, хороших, равных игрока, и шанс забить 2 гола в этом матче у Юлиана Брандта. Ну что ж, ждем соперника и решим судьбу. Соперник найден, и это Чуриков 90. Зеленая форма на зеленом поле. Ну посмотрим. Написано дождь. Это испанцы и один бразильянец. Команда хорошая в плане того, что она уникальная, нетипичная. Будем бороться с ней. Ой-ой-ой, хорошо, Вилья.
Не-не-не, такие мини пройдешь наши защиты. А пенальти, давай, 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 падай, падай. Ну что ж такое? Что ж не упал-то? Ой, хорошо, сейчас даст пас сюда. Ай-яй-яй, брат, ну что ж ты такое-то не смог обыграть вратаря. Сейчас было бы уже, ой, как хорошо. Родриго. Молодец, 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 молодец. Все молодцы, защита и нападение. Так, все спокойно. Спокуха. Спокуха, спокуха. Так, молодец. И давай, удар. О, да! Слушайте, а все-таки продолжаем, значит, потому что если Брандт такие забивает, ему остался один гол, при показе такой хорошей игры, мне кажется, стоит продолжать тогда. Потому что если он перестанет играть совсем, то, а так, нормально еще. Если он такие забивает, то цены ему нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Родриго. Да. Да, нам забили тоже, ничего страшного. Счет нас никогда не интересовал. Молодцы, разыграли. Игра, я говорю, что такая вот на каждом клочке вокруг мяча поля много всегда игроков и той, и другой команды. Ой-ой-ой, сейчас хорошо. Ну сейчас не было ничего, ребят. Я, во-первых, ничего не жал, во-вторых, ну споткнулся человек. С кем не бывает. Ну там ну не было, ну как? Ну, не по моей вине, честно, это ладно. Давай, Ноэ, на тебя вся надежда. Так сказать, all, этот самый, hope. Ха. Давай будем так вот делать. Я даже туда не смотрю, как так делать. По центру дали, молодец. Давид Вилли, молодец, молодец, молодец. Счет 2-1. Брандт один забил. Если забьет второй, продолжаем. Не забьет второй за матч. Не продолжаем. Вот и весь сказ. Ой, хорошо, Родриго как играет. Как играет Родриго? Как играет Родриго и просто с центра поля прошел всю нашу оборону. Прост. Итак, давай. Да нет! Ой, Брандт, мог сейчас, мог. Ой, хорошо, Родриго, сейчас даст пас еще на дальнюю штангу. Да, естественно. Естественно, но с этим ничего не поделаешь. После углового частенько, да, вбивает мяч и один нападающий убегает. Сейчас-то что? Ой-ой, это хорошо, между ног защитнику. Между защитнику и все, молодцы, Габи. Развалились вообще, ребят, в защите, потому что думаем только об одном. Сейчас такая клиническая смерть, то есть если гол забьется, то дальше продолжаем жить. Не забьется, и продолжаем. Видели? Видели этого человека? Он не может забить или не хочет. Лам. Лам что сделать? Ну ой! Брандт опять не смог. Вот вроде пытается, но это такая ИБД. Имитация бурной деятельности. Вроде пытается забить что-то, но не получается. А вот сейчас в это получится, естественно. Тут же забивают нам. Забивают нам тут же, потому что Брандт не может ткнуть мяч мимо вратаря. Ну и защита, конечно, Ботанг пробежал, все. Или... А, нет, это Алаба, скорее всего. Ну да, ну сюда, пас, естественно. Все, Нойер все пропускает. 7 мячей, охренеть. Давай, забьешь. Да! Ребята, unbelievable. Серьезно, вот unbelievable, истинно. Потому что был уговор, пенальти не забит, куча моментов не забито, но сейчас Юлиан забил второй мяч, и это третий в этом выпуске. Слушай, а реально? Да! Because I'm happy for alone, if you feel like a room without room. Happy, 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 happy! Третий гол, Брандт, охренеть.
7-3, 3 гола Бранта. Что за матч? Что за выпуск? Прошлый, то вообще пол матча сыграли. Пенальти забил, пенальти не забил. Этот матч тоже какой-то бешеный. Вы меня в гроб угоните. Сейчас посмотрим, что осталось составом, потому что мне кажется, что есть кое-что, что вы должны знать. А сказать я хочу вот что. Мы поменяли Гундогана на Гёдзе и сменили двух игроков. То есть мы как бы поставили вместо обычного Нойера Траппа и вместо Траппа такого вот Нойера наилучшего. И кончились у нас голы Бранта, кончились у нас игроки для смены. То есть на этом заканчивается этот режим, потому что мы сделали максимум из того, что для меня возможно. Потому что можно, конечно, купить там всяких информов или тотмов вот сюда, но у меня нет ни денег, честно, ни желания даже, потому что вот такой состав у меня сейчас в баронах, в моем составе, одном из самых лучших, только, конечно, там стоит вот так вот Рибери вместо Бранта. Это, на мой взгляд, один из лучших составов, который можно себе позволить. На этом мы закончим, потому что, во-первых, нет, как я уже сказал, возможности никого улучшить, и нет ничего больше, что меня здесь держит. Спасибо за этот прекрасный сезон, что вы были со мной, что вы лайкали, поддерживали. Наконец-то он закончился, честно, я очень рад, что он закончился именно так, что не то, что мы, короче, мы бросили Брант, плохой игрок, а то, что закончили на хорошей ноте, что мы выиграли. Спасибо, всего доброго. Что-нибудь придумаем еще новенькое. Пока.